Так, я заказал, значит, посылку. Мне пришла посылка. Сейчас я вот хочу посмотреть, значит, что мне пришло. Смотрите! Какие-то обручи или что это? Ну-ка, ну-ка. Какая-то инструкция, что ли? Зарядка, телефон, что ли? Точно, это телефон пришел. Это телефон. Это 3D-ручка. Это точно 3D-ручка. Смотрите, я понял. Это нужно, это типа леска. Ее нужно вот, короче, втыкаешь, и она потом пишет, рисует то, что ты хочешь. Так, наверное, это нужно подключить. Так, включил. Сейчас. ручка. Ай, ничего себе так. Все скручено. Ну-ка. Длинный провод очень. Так, ну-ка я вытащу. Ну круто! 3D-ручка. Еще смотрите, сколько разных цветов. Синий, черный, по-моему. Или коричневый. Белый и еще малиновый. Ну круто. Так, вот так вот. Оп, смотрите, загорелся. Так. Ну-ка, инструкция есть. Надо прочитать. Ладно, сразу тогда возьму, наверное, вот эту вот малиновую. Ну, она яркая. Вы ее разглядите. Ну, круто! 3D-ручка. Так, ее надо как-то... А это типа вперед-назад, что ли, получается? О, тут циферки идут. Тут написано, вот, градусы меняются. Да, это градусы, наверное. Потому что написано, что он... Так, надо как-то... Наверное, сейчас он... Нет, сейчас не получится. Ну-ка, до скольки он градусов будет? Что-то не вижу. Ну, наверное, он где-то 180 градусов. Должен будет дойти. Вот сейчас 125, 126, но очень быстро он нагревается. Ну-ка, потрогаю. Очень горячо. Не делайте так, как я. Так. Ну-ка, надо что-нибудь взять. Вот. Ну-ка. Вот смотрите, насколько горячее. Видите? Прям расплавляет. Вот, посмотрите. Ну-ка. Сейчас. Может, уже получится. О, все, видите, зеленая загорелась. Так, я втыкаю и... О, она начинает ее этот зажевывать. А, так, стоп, наверное. Теперь, наверное, надо взять что-нибудь. Вот, наверное, тут у меня тетрадка есть. Надо как-нибудь вот взять, чтобы удобнее было. Так. А эта стрелка, не знаю для чего тут менять. Так, она вот видите потихоньку туда заходит. Вот написано 190, 190 грамм. Ой-ой-ой, уже пишет. Ой, что-то пишет уже. Смотрите. Так, как? Все? Вот так? А, значит, надо повторно нажать. Смотрите, как рисует. Ну-ка, горячая? Да, горячая. И смотрите, я только вот закончил рисовать, она уже застыла. Ну-ка. Открывай. Ой, правда. Да, ну-ка, что-нибудь, может быть, напишу что-нибудь. Ну, или, ну, по квадратикам, по клеткам. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
Ой-ой-ой. Что-то... Так, подождите. Ну-ка, а что за вот это вот? Ну-ка. Я буду рисовать. А, она, наверное, медленней. Типа вот так вот быстро? Сейчас. Вот-вот. Видите, она так жу-жу-жу-жу, а так медленно сейчас. Чук-чук-чук-чук. Ну, клёво. Да, а чё вот это вот назад делает? А, не-не-не, она назад, нет, мне назад не надо. Не-не-не. Не-не-не. Не, куда? Назад её надо. И чё? А, вот теперь она назад идёт. Назад идёт. Сейчас она зайдёт. Ну, клёво, чтобы она вот так вот постоянно тут не болталась. Берёте её, вытаскиваете. И всё, и вытащилась. Ой-ой-ой, всё, уже пишет. Смотрите. Так, ладно, все, я писать уже не буду. Ну-ка, надо что-нибудь. Наверное, тут на бумаге она. Да, она. Видите, отрывает. Ну-ка, что-нибудь. Какой-нибудь тогда. Не знаю, рисунок, что ли, или что-нибудь. Посмотрите. Смотрите, как рисует. Ну-ка, сейчас попробую написать кое-что. Так, смотрите, что написал. Я подую, чтобы она высохла, ну, остыла, чтобы, потому что, вот видите, эту-то я оторвал, наверное, эту тоже я смогу оторвать также. Ну-ка. Ой. Ой. Так, надо с этим осторожно, она, потому что горячая, куда-нибудь подальше уберу. Блин. Ну-ка. Ой, блин. Ну вот, смотрите. Так, сейчас это... Ну ладно, пусть будет. Вот, смотрите. Так, у меня же ножницы есть. Да, ножницами тоже режет. Вот. Смотрите, написано Дима. Ну, это очень круто. Ну-ка. Может, на этой вот попробовать. А то тут она так, смотрите, как отдирается очень тяжело от бумаги. Наверное, на гладком попробую. Ну-ка, так, вот это нажимать надо. Так. Так. Нет, наверное. Это я так понял, она быстро или медленно будет выходить, а вот это вот пластик. Ну-ка. Ну, что написать? Ой, я что-то случайно остановил. Ну-ка, ладно, что-то попробую, наверное, написать что-нибудь. Какой-нибудь, не знаю. Дом, наверное.
или что? Ну, ладно. Наверное, я слишком быстро пишу из-за этого. Ну-ка, помедленней. Ну, в общем, вот так вот она рисует. Все.